Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Так, прошу прощения, какие-то проблемки, видимо. Звука у меня сначала не было, я микрофон отключал. И вылетело, что-то у меня запись сначала. Не знаю, что это было сейчас. Так, знакомое место. Много ящиков. Ну, в начале каждой главы, наверное. Что-то микрофон. Так. Один силовый узел, не будем пока никуда его засаживать. Вот, покопим чуть-чуть. И потом... Потом... Когда соберем коллекцию силовых узлов... Потратим ее, блин, что-то полосы какие-то ссаны еще появляются на мониторе. Так, что там у нас по патронам? Нормально. Так, оружия больше не будет новых никаких вообще. Че вообще не будет? Продаем. Так, силовые пистолеты. Труборезы всякие, вон. Плазменная энергия. 8, 14. 20. Все, 20-ка, все верно. Ну все, спасибо, до свидания. Мы идем дальше. Запись. Так, а это что, лифт у нас здесь? Рудная платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Куда мне? Мне вниз. А куда именно? Переработку или что? Давай переработку, потом посмотрим. Много и тут этажей. Кстати, что у нас... По карте чуть-чуть будет. Ой, бляха. А, ну да, лифт. Лифт. Да ёп, ты чё, офигел? Куда они там цепятся? А, понятно. Ну, это вот так. Давай, бах. Долби. Никак? Нормально. Только много патронов, наверное, тратишь на меня. Чё, приехал? Да, нам сюда. Там сразу аудиосообщение. Говорит Темпл, я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Один точно где-то здесь. Это тот самый Темпл. Спасибо, что держишь меня в курсе своих всех своих действий. Конь, давай, перезаряжай быстрее. Кларк, быстрее. Конь, давай, тихонько. Чё, он живой? Нет, он дохнул. Ты тут еще ползешь, давай. Бам! Подожди, а сзади никого, да? Сволочь.
Да, многовато их тут. А что-то я хотел сказать. Ты, Айзек, ты что так быстро перезарядил? А, ну тут все ходы соединены, наверное. Да, вон там запись опять. А, да, карту я хотел посмотреть. Не дадут мне карту посмотреть для сранца. Так, большая локация. Ну, они тут все большие. Да, это часть кораблей Шимура, знакомая. Так, что тут у нас дальше? Так, мы сейчас находимся здесь. У нас еще нижний этаж, верхний мы там были. Один этаж так и есть недоступный. Да, вот тут что-то красненькое. Что это, интересно, может быть такое красное, непонятная точка. Ладно, давай. Дальше. Здесь у нас ничего. С них ничего не падает. Да, ой, какие они. Либо они такие хрупкие, либо они... А, либо это у Кларка нога такая тяжелая. Вон, пошли. Навстречу чему? Правильно, приключения. На свою задницу. Что там происходит? Оживляторы? О-о-о! Лишняя, походу. А он дохлый, да? Да? Это почему-то это... Да, те, которые дохлые, их можно вот таким вот образом перетаскивать. А живых нет, я так понял. Текстовое сообщение. Журнал рудной платформы. Г-Круз. Кюмед. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы подтягивали, вырвался из силового луча и столкнулся за стеной. Два человека погибло, астероид разлетелся на мелкие куски, которые сейчас летают по всему отсеку. Пока мы не уберем эти осколки, гравитацию включить не удастся, а значит, нам не добраться до главного ключа, нам бы не помешала тут помощь техника. Но я прибыл, только, пожалуй, что-то я припоздал, вас тут уже нет, да, никого из живых. Да, я так и знал, сейчас будем в невесомости фигачить. Так, а что нам-то надо? Что-то нет. Аптечка. Маленькая. Даже использовать нельзя. Ну, все, тогда пошли. Так, вот тут это отверстие. Левиафан, видимо, тут постарался. А, нет, это астероид. Так, вот тут ничего там не прячут. Не прячут ли? Что-то прячут. Аптечка маленькая. А, и вон еще трофей. Мы, наверное, сможем туда собраться. Что, никак тогда? Да, наверное, туда пробираться надо будет. Так, мы... Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Что, я типа правильно уже сделал? Аномалия уничтожена. А, понятно. Сволочи. Я даже знаю, кто это. Это Ена. Ой, это что еще было? А, вот ты где. Нормально раздалбывает их. Так, вот тут еще. Нет, это конечность. А, одного засосало туда, походу, да? А, вот он, ползет. Еще один. Давай, кредо. Ты еще нормально. Так, давай, вот ты здесь или нельзя, да, нельзя, наверное. Так, а ты сможешь сюда? Ну, давай иди сюда. Да, нормально, цепляет. Ой. Да его вообще вон туда прям отправить. Ладно. Так, где еще тут поблизости? Там ящики. Вот гад. Да давай, давай, беги. Еще и ты, сволочь. Еще и сзади там, по-моему, кто-то. Ну давай ты, показывай, жало. Гад, а? Где еще? О, блин, что это? А, вот. Гад, а? Давай, долби, долби.
иди нафиг. Вот ты иди сюда. Ты отвалял, ты иди сюда. Прямо от первого лица. Так, сейчас будем использовать маленькие аптечки. Все. Да, нормально у тебя там все восстановилось. Что-то там. Так, стазис. Раз, вот так на стену. И все. Причем, знаете, это странно немного выглядит. Ну, как бы... По стенам мы ходим. Гравитации, антигравитации здесь как бы невозможно. Не ходить, только летать. Как бы у нас нет притяжения. Ну ладно. Так. Дальше сюда давай. Вот из этих вентиляторов кто-то будет еще вылазить. Дальше ты сможешь сюда подойти? Да, он смог. Давай, ты идешь сюда. И ты. Не дотягивается. Да, логично. Так, где тут еще ящик? Вот. Что за музыка? Опять какие-то твари. Че? Ты офигевший? Да это че? Капец. Об стену, потому что я долблю, поэтому не получается. Так, а ты идешь? Куда ты идешь? Ты идешь прямо вон туда. Все, теперь можно на... Все незакрепленные аномалии уничтожены. Гравитация может быть восстановлена. Ну все, справились мы. На 5 баллов. Можно было сразу сюда прыгать. Давай. Чпонькс. Отлично. Восстанавливаем гравитацию. Побежали, побежали. Они прям ждали. Они же не умеют летать, эти твари. Ну, сейчас из него вылупятся эти твари. Так, а мы сейчас сделаем вот что. Так, вы давайте ползите быстрее. И давай. Это что? Ух ты. Охренеть. Так, вон еще один. И ты, да? И последний? И последний. Охренеть, вообще урон не идет. Ну давай тогда вот так вот. Бра! Так, а на тебя? Что на тебя? Сейчас перезарядимся. Да ты он пока дойдет там. Так, это перезарядим. Фига, он что-то ускорился. Гад, а? Давай, давай. А кто же меня саданул? Так, наверное, когда вентиляцию открыл, он там выполз, урод. Смотрите, это комната с силовым узлом, я так и знал. Нам нафиг не надо. Особенно обидно, когда вы тратите силовый узел и ничего не можете оттуда забрать. Назад нам, да? А, подожди. Фиг знает я. Я там, кстати, ничего не пропустил. Сколько у нас уже денег-то? 42 тысячи, да, нормально. Вы, если что, сложность увеличивать можно. Ну я вроде по случайности. Это ключ, Айзек. Один раз дох за игру. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты. Вот тебе и пожалуйста, видишь? Как прям как силовая комната. С силовым узлом. Тоже много чего дали. Вот, вот тебе силовой еще. По-моему, еще один. У нас уже их 3, по сути. 2 только. А, у нас... Ну, не знаю, в общем. Так и знал. Смотри, какой странный проход. Сволочи. Сверху сейчас может упасть. Бум! Фига, я угадал. Я сам немного обделался. Шалуны, а? Шалуны-то.
Так, а нам все... А! Все, понял, мы здесь были. Так, а там магазин, нам что-то надо продать. Сейчас место освободим. По карте, где у нас тут магазин еще один есть? По-моему, там он по пути будет. Право. Если что, нам... Если что, нам... Нам куда-то далеко... А, нам к астероиду, нам далеко куда-то. Ладно, давай. Сейчас продадим быстренько. Так, маленькую продаем. Стадисную, ну, продаем. Что тут по патронам у нас? Лазерная винтовка, плазменный резак. Сойдет. Хоть оружие как бы так, на всякий случай. Давай. Назад тут. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Пожалуйста, спасибо. Смывайте за собой. Перерабатывать отходы. За это должна делать. За меня. За это должны делать. За нас это должны делать очистные сооружения. Я так и знал, я только хотел сказать, чтобы никто нас тут не встречал на обратном пути. Нет, блин, кто-то вылезет обязательно. Так, нам сейчас вниз, насколько я помню, да. Так, ищу техслужбу как раз-таки. А третьего этажа здесь нет. Ну, точнее, ой, ну, в смысле, под нами который. Он здесь есть, но... Ой, сам... Ну, чтобы огромный... Вот он, третий этаж. Блин, огромный рычит. Тот регенерирующийся. Если он сейчас выпрыгнет, я офигею. Или мне кажется. Это чё? Так, что это? А, это типа органическая бомба. Давай, перезаряжай. Нормально. Ну, в смысле, патрон, конечно, много потратили, но... О, золотой полупроводник, нормально. Точнее, это уже круто. Доктор Кейн, что, черт возьми, вы... Назад! Подойдешь еще на шаг, и я пристрелю его. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. У меня должны быть коды. Не ври мне. Кухрена. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы так же и капитана уделали. Давайте, стреляйте, если хватит духу. Идиоты! Это единственный способ все остановить. Прекратить все это. Он совсем рехнулся. Вызовите охрану. Че это? Это безопасная штука? Блин, я рванул. Почему она сдетонировала? О, фига. Так, что там? Блин, ты меня бесишь. Нет, сегодня ничего не упало, ладно. Наверное, за недоделанный некроморф. Вообще, сюда идут, да? Давай. Че, никак? Может, я туда еще доберусь. Ладно, давай, врубай лифт. Это тут жопа начнется. Да, началось уже. Ну, это маленькая аптечка. Чтобы не нужна. Вот большая, средняя, точнее. Но она тоже не влазит уже. Сейчас вот эти стреляльщики на мелкие вылезут. Так, вот еще одна. Вот. Отбросок лежит. Так, вот еще один. Кто же вас тут распитал? Да давайте уже. Наверное, эти
прилепленные. Так, к стенам. Да, и вот лишь тут, видите, сколько тут всякой дряни. Ну, можно было этими штуками их долбить, баллонами. Ну что, скоро там? Что-то долго как. Что за лифт вообще? Так грузовой. Какого? Быстрее никак. Вон на Ишимуре, помните, там лифт был. Просто с колоссальной скоростью. Азик. Это действительно ты. Интересно, а. Кажется, прошло столько времени. Глюки, они из-за чего происходят? Но я помогу здесь тебе. Пошли со мной. Это обман, Азик. Не делай этого. Ты меня слышишь? Я говорю тебе, я твоя совесть. Аптечка пихает вообще. Маяк, что ты ищешь здесь рядом на складе? Мне кажется, я смогу отключить замок. Погоди. Погожу, блин. Как этот баллон взять? Да завались ты, блин. Чё, типа защищать надо? Так она же это, выдумка, наверное. Если её тут прибьют, ничего не будет, наверное. Наверное, это самое. Нельзя так, чтобы прибили вообще. Давай вот этим. Например, также два патрона всаживать надо. Бляха, муха, сволочь, напугал. Сколько у вас тут урод? Эй, патроны падают. На импульсную. Кстати, скажу, чтобы не нужен. Так, с моей стороны тут никто не должен еще выпасть. Ну, может, вполне вероятно даже. Да, нас сносит нормально так. Кучу мяса, смотрите. Да чё, отлично. Я вот это надо взять. Давай уж быстрее. Дверь открыта. Бомщица. Я не могу до тебя добраться, но я что-нибудь придумаю. Да прыгай, я тебя поймаю. Наверное. Люблю тебя. Отлично. Скоро все это. Куда ты там пошла-то? Куда она делась-то? Я же говорю, бред какой-то. Я до тебя доберусь. Ух ты, ё-моё, ты посмотри, тут прямо этот... Кладет. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Офигеть. Так, ну эту штуку нам... О, схемы нужны. Смотри. Айс! На какой-то миг я потеряла сигнал. Я же волнуюсь за тебя. Вижу, ты нашел маяк. Теперь иди к рудной платформе и закрепи его на астероиде. Я просчитала траекторию запуска. Если мы поторопимся, то отпихнем астероид на безопасную орбиту, откуда он сможет послать сигнал. Все еще ничего от Хэммонда, но в таком состоянии не думаю, что он выжил. Так, нам надо запустить астероид, да? На него маяк засадить, а запустить. Все, тут просто невероятное количество трофеев. Так, что у нас там на обратном пути-то? Нас ждет, интересно. Че, погнали? Нам сюда, да? Наверное. Опять они? Как так? Давай, давай. Блин, вот эти. Давай баллон. Эти твари надо баллоны пускать. Блин, гад. Я боюсь себя засадить об эту долбану. Как это называют?
об решетку лифта. Фу, блин, об каркас, короче. Давай тут. Прыгуны, блин. Это бошки щупальцами, вы в курсе вообще? Мы долбим бошки щупальцами. Маленькая птичка, маленькая. Ну, ее бы следовало взять, чтобы здоровье восстановить немножечко, ладно. А, ну, понятно, ждите меня. Давай, вот так. Давай, давай, ты меня сейчас бомбанет. Кредиты. Вот кредиты бы лучше нам давали. Защитный костюм в среде класса А. Наверху, что ли, на самом? Где мы были?